Согласен. Сюда проще, понимаешь, сюда сложнее. Да, да. Давай, покажи медленно, как ты это сделаешь. Ну. Вот, вот это положение твое не даст тебе сделать. Да, там, плечо это вот здесь, понимаешь? Оно даст тебе возможность сюда упасть. Не должно спиной прямой быть. Медленно. Плечи. Опять. Ты вот так опять встала. Ну. Качнуть плечами. Там. Оп. Качнуть плечами. Ну-ну-ну, качнуть, ударить. Отскок тоже. Я бью справа. Спина прямая. На правом ударе у тебя прямая. Не выпрямляйся здесь. Не вставай спиной, не выпрямляй грудь. Бедро. Вот. Ну а почему толкнуто? Мне еще в ограде ударило. Ты же здесь закрутилась, сбросила плечи. И сбрось обратно. Зачем опять вставание вот это вот? Закрутилась, раскрутилась. Бедро. Покороче. Нет амплитудки. Плечи. Группировка. Передняя нога дальше. Передняя нога, разгрузи переднюю ногу. Да, разгоняй себя. Этим движением ты себя разгоняешь. Оп. Так, плечами резче. Еще раз. Дальше от меня. Разгружай переднюю ногу. Оп. Выхода нет, мало, слабый выход. Отстают ноги. Дальше левая нога должна в меня войти. Ты должна остаться, наказаться на средней дистанции. Да. Замах. Раскрываешься, покороче. А там в одном темпе ритм не сделал, не ускоряйся сейчас. Дальше передняя нога еще. Опять. Вот не сделала левое бедро, и правая такая же будет. Сделаешь левое, будет и правое. Это одно целое. Не вставай на левом ударе. Во, умница. Ты выход на второй удар идет, на акцент на правый. На левом ударе не надо не вставать, еще перевалиться. Все ногами. И вот здесь, смотри, раз, не отворачивайся, ты уже развернулась. Здесь тебе нужно просто бросить плечи вниз. Бросить, не маленький подскок будет. Бросить вниз и ударить вверх. Умница, вот и все. Левое бедро, пятка, на правой ноге, пожалуйста, дальше от меня. Оп. Ну-ну-ну, все здесь. Тут же, бам, оп, сюда же. Оп. И сюда, молодец. Ищешь. Очень близко. Стоп. Еще раз я говорю, смотри. Потеря дистанции возникает у тебя вот в этой ситуации. Запас. Выход левой ноги дает тебе чувство дистанции. Здесь ты уже все, здесь уже все, это средний, ты уже здесь. Тебя достают, здесь будет бить. Тебе тяжело здесь уйти. Здесь корпусом не успеваешь, а ноги оказались не под тобой. И тебе приходится останавливаться. Хорошо? На задней ноге, пожалуйста. Бух. Дальше левая нога, прошу тебя. Это что? Та же, все то же самое. Пошла. Побыстрее. Тут плечо правое. Не вставай на левом. Опять, видишь, потеряла правую ногу. Потеряла правую, на правую ногу, бедром. Первое движение разгоняет тебя везде. Исходное положение. Давай, челнок, разгоняй себя. Та. Разгоняй себя. Вот, оп. Полетела вперед опять. Подбери заднюю ногу. На задней ноге. Сегодня что делали? На задней ноге. Оп. Нет. Заднюю ногу подбери. Тогда сможет левое бедро крутиться. Сидишь на передней ноге, невозможно здесь крутить. Медленно. Ну. Да. Там бедро. Левое бедро. Молодец. Только здесь не рукой. Притормози левой боковой. Плечами. Еще разик. Не достало. Поняла? Видишь? Чуть-чуть вот туда. Все. Я не буду стоять. Противник. Дальше задняя, передняя нога. На задней ноге. Прям прыгни на заднюю ногу. Умница, вот это надо, только не раскройся на боковом, ты тут здесь же, задняя нога под собой, еще собраннее на боковухе, теперь быстрее, короче, но быстрее все будет, та-та, оп, дан, ножками раз,
ждешь удара. Не надо ждать моего ответа. Даже если я не ударю, ты все равно разгоняешь себя своей комбинацией. Та-та-та-та-та. Ногами. О, куда опять? На задней ноге. Вот, на задней ноге. Опять вот так делаешь. Вот на задней ноге уходи. Во! Оп! Включай левое бедро. На задней ноге, еще раз прошу тебя. Оп! Собрание. Корпус. Оп! Вот этим достанешь. Вот так нет. Оп! Да! Молодец. Отдохни.